моя душа, где найдешь такой же край, Русь моя хороша. В конце прошлой недели Приморский край отпраздновал свой день рождения. 85 лет – это солидный юбилей, который Приморье встречает достойно. Мы можем наслаждаться невероятной красотой природы, погружаться в историю и наследие наших предков, развиваться и строить свое будущее. Обратился к приморцам губернатор Олег Кожемяка. Я здесь родился, работаю и живу. И горжусь тем, что вместе с вами мы делаем наш край еще лучше. От всей души поздравляю вас с Днем Приморского края. Удачи, здоровья и благополучия всем. Ура! Главные праздничные мероприятия развернулись на центральной площади Владивостока. На один день центр города превратился в выставку-ярмарку, где каждый из павильонов представлял тот или иной муниципалитет региона. К примеру, в павильоне Дальнегорского округа проводили дегустацию местного мороженого. Попробуйте мороженое дальнегорского производителя. Вкус как в детстве. Угощайтесь. Пожарский округ удивил выставкой мастеров декоративно-прикладного творчества коренных малочисленных народов своего округа «Земля моих предков». А в павильоне Анучинского округа, это клубничная столица Приморья, гостей встречали чаем со сладким пирогом. Также можно было познакомиться с продукцией местных пчеловодов. Сладким медом вас не чаем, да в шатер к нам приглашаем. Посмотрите вы направо, сколько меду накачали. За эти годы Приморский край прошел непростой путь, преодолевал множество испытаний, при этом сохранил свою самобытность и уникальность. Сегодня край – один из самых привлекательных и перспективных регионов России. Это место, где природа впечатляет своей красотой. Здесь есть все – от красивых гор и озер до песчаных пляжей и морских волн. Но славится он не только своими богатыми ресурсами и природными красотами. Все же в первую очередь Приморье – это люди, которые весь свой талант, все свои силы положили на процветание родного края. Анна Дьякова, новости на восьмом.